Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой ежедневные награды. Лига сёгунов, Лига самураев, то есть меня уже сбросили. Ну правильно, сутки не играл, вот тебе и результат. Так, открываем с тобой пак. Тут у нас кто? Крис? Да, Крис Брэдфорд выпадает. Ну и пойдем выполнять с тобой ежедневные задания. Так, начнем, наверное, с серии испытаний. Что у нас тут еще не пройдено? Да дофига, что не пройдено. Опять у Саги, я смотрю, здоровье почему-то покоребанное какое-то. Надо будет хильнуть его. Так, паук, да, со своими мутант-белками. И сразу же нападает на Усаги. Ну, правильно, потому что у него мало здоровья. Почему ты сюда бомбишь, когда я хотел, чтобы ты прижучил паукса? Ладно, давай-давай, родной мой, отлично. Так, переходим с тобой на последнюю волну. Муха, Пиццелицы и Крис Брэдфорд с собственной персоной. Давай, наверное, вертушку здесь сделаем, как говорится, и не будем нюня размусоливать. Минус. И Крис Брэдфорд тоже минус. Все, ребята, серию испытаний прошли. Естественно, сейчас забираем с тобой награду и пойдем. А пойдем мы куда? Искать элементы. На кого? Опять же, непонятно. Сейчас определимся. Так, забираем здесь. Сразиться в боях. Мы с тобой кого качаем? Ну, если по уровню, то мы, по идее, должны нейтрализатора прокачивать до 70 уровня. Трындец. Один левел поднял, и все, и мутаген у меня кончился. Нормально. Но искать элементы мы с тобой будем на нашего Донателло Космос. Так, поехали. Что нам здесь нужно? 10 ящиков с инструментами. У нас 37 телепортов. Поехали. Ящик раз. Второй нашли. Третий. Отлично. Так, еще 7 нужно. Четвертый. Да ладно. Пятый. Шестой. Седьмой. Так, восьмой. Девятый и последний ящик, давай. Да ёк-макарёк. Десятый, пожалуйста, мне дайте, вот он. Десятый ящик, все. Прокачиваем, ребята, сканирование форм жизни до... Какой там у нас ступень получится? Пятый. Нормуль. Так, здесь, значит, нам, я не знаю, что это такое. Нужно 3 штуки и 12 номеров потом еще найти. Это уже будет, конечно же, в следующей серии. А здесь мы с тобой забираем все наши награды. Все, так, зайдем с тобой, посмотрим, где я тут нахожусь. Лига самураев 2 звезды, ребята. Лучше и быть не могло. Прикинь, меня как сбросили, офигеть. Ну что же, давай опять преодолевать, как говорится, этот барьер. Нам нужно с тобой вытягивать. 14-18 мне дадут? Дадут. Так, возьмем с тобой Усаги. А хотя подожди, зачем? Это не Усаги, во-первых, а Супер Шреддер. Я знаю, что буду делать сейчас. Так, 46-е, 45-е. Блин, хотел, конечно... Ладно. Не получится, видимо, нам так сыграть. Придется брать каких-то полутоповых. Давай вот так вот сделаем с тобой. Потому что 46-й уровень, ребят. Если мои ребятули здесь опростоволосятся, нас разберут. Я уже говорил тебе по поводу равных по уровню противников. Вроде бы уровень одинаковый, а прокачка у нас разная с ними. Так, ну как рэнк? Звезданика своей ракеточкой. Шикарно. Добиваем. Тыдыч. Все, круто. То есть нам с тобой придется, наверное, сегодня всех отыграть. Но слава богу, что нам ничего больше и не нужно. Как говорится, на арене мы отыграем и все. В плане, с 10 места до 5, вы издеваетесь? Это что такое? Всего 5 ступенек? Это так все плотненько там находится, я не могу понять. Да, друзья мои, это трэш тогда получится, если мы так будем с тобой продвигаться. 4. Так, и нам нужен еще топовый какой-нибудь боец. Ну, давай возьмем, наверное, Джастина. Со своим противным запахом изо рта. Я думаю, что это должно здесь прокатить.
Проверим. Так, а у них инициатива еще офигенная, да? Хан на своем 45-м уровне переплевывает джаст. Оу-оу-оу. Все, по-моему, друзья мои, мы приплыли. Нет, отлично, отлично было сработано Джастин. То есть он переплюнул и защиту их, да? И, соответственно, уклонение, которое повесили. Нормально. Так, это мы только вернулись в Самурай 3 звезды. У нас еще впереди сёгуны. Так, дадите мне 14, например, 19. Или не дадите? Не хотят давать. Ладно, хорошо. Берем с тобой Армагона. Я буду действовать очень жестко. Раз, два, три, четыре. Ну, что я тебе могу сказать? У нас остается только арена, а по событиям у нас ничего. Единственное, что мы можем попробовать найти, опять же, Донателло видение. Это единственное, что нам сейчас доступно, и то, что мы можем. Остальные события проходить нет смысла вообще. Поэтому и остается у нас только лишь арена. Ну и ждем пятницы, естественно, когда будут доступны новые испытания. Так, опять не дадите мне? Ведь я показал сейчас только что вам свою мощь. Нет, не хотят. Вот жулики. Ладно, раз вам этого мало, возьмем Леонардо. Так, Макман, подожди, куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Тут еще есть без тебя, как говорится, ребятушки, которые хотят немножечко продвинуться. Ну что, поехали? Одной вертушки, я думаю, здесь будет достаточно им в наказание, да? Конечно же. Ну что же, мы двигаемся дальше. Сегодня, кстати, еще поиграем в Дракон и Всадники Олуха, потому что у нас должно быть доступно следующее, как говорится, испытание, которое мы с тобой ждали. Так, ну что, 39-я позиция, то есть до сёгунов мы уже с тобой, в принципе, добрались. Ну вот, 15-19. Я беру Усаги. А Усаги у нас пойдет Роквелл, Кожеголовый. Так, Майки и Рафаэль. Введение. Тут тоже все будет легко и просто. Достаточно сделать вот так. И Усаги их всех покромсает. А кто не умрет, тот получит постепенный урон. Ну, как видишь, они все погибли. Ну что, двигаемся тогда с тобой далее. С 39-й позиции мы переходим на 17-ю. В бой. 15-19. Есть, да? Ну что, Шреддер. Хотя зачем нам пока Шреддер? Давай возьмем, наверное, Бакстера Стокмана. С 93-го уровня. Блин, как-то вот 93-й уровень ни туда, ни сюда. Может быть, его до соточки докачать, а? Друзья, что скажете? Как-то он завис на таком уровне, да? 93. Совсем не солидно смотрится. Совсем. Ну-ка, достаточно будет волны? Ну, практически да. Потому что они все под постепенным уроном, поэтому они здесь бы ничего абсолютно не сделали. Ну, а мы с тобой выиграли. Блин, у Донателло фильм рюкзак такой офигенный. Сзади, ты видел? С какими-то прибамбасами. Ну что, мы с тобой перешли все-таки в сёгуны. 94-я позиция. Сегодня хотя бы до сёгуна 3 звезды дойти было бы уже, я считаю, неплохо. Вот дойдем ли мы? Это уже другая история, да? Раз, два, три, четыре. У нас с тобой 32 отката. То есть, грубо говоря, на 32 боя. А этого за глаза, чтобы отыграть всех наших персонажей. Поехали. Есть контакт. Я другого и не ожидал. Супер Шреддер, что ты будешь с ним делать? Этих сосунков он рвет на изи. Итак, место у нас 74-е. Ну, например, возьму вот эту команду. Что, придется делать откат или своими силами? Наверное, своими силами пока еще, да? Возьмем Ванюшку. И вот этих вот. Офигеть, мы с тобой уже докуда дошли? А уровни 48-е против нас выступают. Вот что я хочу сказать. То есть уже крепко, да, они засели. Тыдыч. То есть мы можем с тобой сделать определенный вывод, что Лига Сёгунов заполняется где-то от 45 до 50 уровнями. Так, вот, 15-20. Вот это хорошо. Возьму я Донателло, Зека.
Раз, два, три. Я даже думаю, что, наверное, Донателло можно убрать. Одного зэка здесь будет достаточно. Против 50-х уровней он должен тут хорошо разрулить ситуацию, в принципе. Ну-ка, посмотрим бомбочку. Упс. Так. Если сейчас Лео... Блин, нам нужно его как можно быстрее ушатать. И у меня ничего не получается, да, походу дела. Он сейчас хильнется. Ребят, он хильнет всю команду и... Нет, не хильнет он, ни шиша. Так это ж круто. В кого? Оу-оу-оу, тихо. Давай я возьму провокацию, ну-ка нафиг. Выносим его. Есть, хорошо, что на нем висела замедляшка, ребята. Давай вот так вот сделаем, отлично. Добьешь? Было очень рискованно, ты посмотри. Леонардо видение чуть было не упал у нас. У него оставалось вообще мало хп. Если бы на том не было на майке, вот на этом замедление не висело бы, он бы сделал бы ход и, естественно, нашего Леонардо бы победил. Да, повезло круто, конечно. Так, нет, давайте-ка уже 20, 15, 20, как было. Не надо уже переходить на низшие. Что ж теперь ты от них этого добьешься, да? Блин, было же. Твою налево. Есть, нашли. Так, ну здесь можно взять, например, Дони и Рокзара. Ага, они приравнялись к нам по уровням, ребят. Они нас догнали. Ладно, отыграем этих. Потом Супер Шреддер, если что, отыграет остальных. Ну что у нас здесь? Возьмем провокацию на Рокзара, естественно. Да вот дудки тебе, ага. Сюрики. Донателло сразу почему-то упал. Непонятно почему. Донни против Донни очень хорошо рулит, что ли? А Крысиный Король мне поможет здесь? Да, только одного уничтожили. Ну что, пошла добивка жесткая. Так, тихо, тихо, не надо, не надо. Давай вот так сделаем, удар по земле. Круто. Идеальная победа. Ну и мы с тобой двигаемся дальше. Слушай, сёгуны две звезды уже вообще не за горами, ребят. Я вижу свет в конце тоннеля. Так, 15-20. Есть? Есть. Возьмем Рафаэля, возьмем Микеланджело. Раз, два, три. Вот этих вот теперь. Против 53-х уровней мы с тобой деремся. Я думаю, что шансов здесь вообще у них по минималке. Делаем с собой уклонение, хотя не обязательно, но мне захотелось. Бросаем кунаи. Угу, теперь Шархан. Так, минус двоечку сделал сразу же. Вырубаем Хана. И крик души. В принципе, добивка должна быть. Да. Два Донателло, как ты видишь, упали. Упали назничь. Так, ну что у нас тут еще? Какое место? Да, ребят, две звезды, 95-я позиция. Поехали. Так, ну что, уже дают чисто 15-20. Ну, давай я, наверное, вот эту вот команду возьму. Супер Шреддера в откат, естественно. Ну и отыгрываем наших самых таких слабеньких, которые 55-й уровень до 60. А их у нас очень и очень много. Ну что, банзай, как говорил, да? В свое время Сплинтер. Нати. Окей. Так, двигаемся дальше. С 95-й позиции мы переходим на 77-ю. А, наверное, не дадут мне 16-21. Да и фиг с вами. Так, Шреддер, возвращайся. Мы еще тут не закончили. Ну, в принципе, если вот так вот посмотреть, да, то мы... Думаю, мы, в принципе, обязательно будем в Сёгуне две звезды. Возможно, даже дойдем как-то до трех звезд. Возможно. Но это не точно. Ну, давай, давай, давай. Смотрим. Покажите мне результаты. Так, 59-я. Ну, в общем, немножко осталось, и мы уже будем в
трех звездах. Хотелось бы, конечно, дойти до мастера, но ты сам понимаешь, да? Мало ли что ты хочешь. Кто-то, может, хочет еще что-нибудь, да? Но у него этого нету. И он никогда этого не получит. И это обидно. Так, Супер Шреддер, давай, сразу же начинай. Есть. С удара. С одной плюшки, ребята, выносит абсолютно всех. Отлично. Сегодня на втором канале финалочка, ребята, игры про крыс. Если что, заходите, смотрите. Так, давай, наверное, возьмем эту команду. Раз, два, три. Подожди, а у нас больше все, что ли? Никого не осталось? Быстро мы с тобой как-то здесь разруливаем ситуацию. Очень быстро. Ну что, поехали. Сейчас возьму Армагона. Хочу сыграть Армагоном. Шреддер уже и так тут заигрался слишком долго, мне кажется. Так, 30-е. 24-е. О, как. Блин, дали бы мне 15-21. Не хотят давать. Ой, блин, было-было. Ладно, фиг с ним. Но там было. Раз, два, три, четыре. То есть, получается, еще один поединок у нас, да? И все на этом. Ну что, валун полетел и, как говорится, всех снес. Абсолютно лишь. Абсолютно лишь. Вот так вот, ребята. Ну, какая там? 14-е? 12-е? 5-е. 5-я позиция, то есть уже, ребята, все. Мы на пределе. Давай-ка я возьму Лео. Раз, два, три, четыре. Блин, два бойца остается. Ладно, придется нам с тобой три откатика сделать, чтобы их отыграть. Поехали, сейчас посмотрим, Лео справится с ними. Угу. Лео как раз-то и не справляется со всей этой компашкой. То есть вертушка у него, хоть она и хороша, и прокачана, кстати, до 7-й ступени. Это единственный персонаж, у которого есть скилл 7-й ступени. Она не справляется с 50, какими-то 58-ми и 60-ми уровнями. Вот так вот делай выводы. Ну, а мы с тобой уже все гунах 3 звезды. Давай сделаем последний, заключительный поединок. Возьмем Армагуна. Раз, два. Ну, давай кого-нибудь там послабее возьмем с собой. Прикинь, сейчас сделал послабее, и меня еще тут наказали. Вот будет смеху-то. Так, бросаем валун. Ну и, по идее, они должны рассыпаться все. Абсолютно лишь. Все, ребята. Идеальная победа. Арена у нас на сегодня отыграна. И мы переходим... Ага, переходим. 71-я позиция. Все, ребят. Зайдем в магазин. Посмотрим, что у нас тут в магазине. Ага, ничего. Ничего. И здесь тоже ничего. Тут у нас только мутаген по испытаниям. Абсолютно лишь ничего нам не надо здесь. Вообще ничего не надо, понимаешь? Вот только здесь пробовать достать опять же Донателло видение. Поехали. Не то. Опять не то. Нож для пиццы — фигня. Осколки — фигня. Так, 25 жетонов. Есть. Донателло видение нам выпал. Так, подожди-ка, а когда у нас с тобой доступно будет? Через 3 дня? Так, ну ладно, через 3 дня у нас будет Армагеддон и негодники. Вот тогда мы туда и пойдем и поиграем. Так, что я хотел? У нас пиццы много, откатов мало. Наверное, придется соточку нам заказать с тобой. Телепортов, да? И будем, наверное, пока есть пицца, искать. Искать, на кого мы там с тобой? На Донателло, да ведь? Донателло Космос. Навыки. Значит, нам нужно сделать следующее. Найти вот этих вот 3 штуки. Давай вот здесь попробуем. Это приманка для маузеров. Вот оно что. Так, черные очки — это не то. Так, ну что, приманочки мы с тобой нашли.
получается, да? Теперь нужно 12 вот этих знаков. Автомобильных номеров, короче, да? 2 3 4. Пицца заканчивается. 5 6. И последний, да? 7, все, пицца закончилась, ребята. Ну что, 7 знаков мы нашли. Соответственно, нам еще остается найти 5. И все, ребята, и мы прокачаем до 6 ступени. Ну, дальше, сам знаешь, все по накатанной. Хотя, по идее, по большому счету, нам выгоднее начинать с самого последнего, да, с метеоритного рока. С его прокачки. Потому что мы вот эти вот с тобой удары мало используем, в основном массовые. Так, у нас мутагена 30 тысяч, как мы с тобой делаем? Слушай, подожди, или все-таки мы... Давай переведем нашего нейтрализатора. Все-таки раз, два, 67-й. Так, 3 уровня, он получит 70-й. И мы наконец-то сможем ему здесь поднять 6-й, последний ранг. Да, ступень. Как-то так. Ну что, ребята, на этом я закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.